नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Ti gai meu reši. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अबाध्येषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमाश्लोके भक्तिर्भावचिनाष्टिकी। Hare Krishna, дорогие преданные, еще раз мои поклоны и Шримад Бхагаватам, пятая песня, глава 24, стих 20. Мне прислали. Вот, Кришна мне напомнил о самом важном. Итак, 20 стих. Hare Krishna, un jour passé au Tulabot, presque trop optimal par la dame, mais pas si m'bras, ou stamme au traité, ou stamme au Tulex. Ясья хава вакшита патана праскала нана дишу вивашаха цакрин нама пхи гриннан пурушах карма банпанам анджаса витхуноти ясья хаива прати бадханам мумукшаво ниятхайво палабханте. А перевод литературный и комментарий в образе милости Шрила Прабхупады, Шрила Прабхупады Киджай. Если человек, споткнувшись, упав или ослабев от голода хотя бы раз, будто намеренно или случайно, произнесет святое имя Господа, он сразу освободится от всех последствий своих прошлых поступков. Корми, запутавшиеся в сетях мирских дел, пытаются вырваться из них с помощью мистической йоги или других методов, однако их путь усыпан терниями. Комментарий. Было бы неверным считать, что прежде чем встать на путь преданного служения, человек должен отдать верховной личности Бога все свое имущество и обрести освобождение. Преданному освобождение приходит само, без особых усилий с его стороны. Махараджа Бали вновь обрел все свои богатства, однако это не было наградой за его щедрое пожертвование Господу. Когда человек, избавившись от материальных желаний и корысти, становится преданным, он принимает все открывающиеся перед ним возможности, будь то материальные или духовные, как благословение Господа. Поэтому ничто не может помешать ему служить Господу. Материальные блага Бхукти и освобождение Мукти – это всего лишь побочные результаты преданного служения. Чтобы получить Мукти, преданному не нужно прилагать дополнительные усилия. Шрила Билвамангала Тхакур сказал: Мукти своям мукулитан джали севате сман. Чистому преданному нет нужды стремиться к мукти, ибо мукти и так всегда готова служить тебе. Об этом говорит и Харидас Хакур в стихах из Читания Чаритамриты, Калила 3, 177, 188. Он объясняет, чего достигает тот, кто повторяет святое имя Господа. Кехабали нама хайте хая папакшая, кехабали нама хайте джинера мокша хая. Одни утверждают, что повторять святое имя Господа человек избавляется от последствий своих грехов, а другие считают, что повторение святого имени Господа освобождает от материального рабства. Харидаса Кахина
Намирайду Бхаваная, Намира Бхали Кришна Паде Према Упаджая. Но Харидас Такур говорит, что повторять святое имя Господа нужно не для того, чтобы освободиться от материального рабства или искупить свои грехи. Истинный результат повторения святого имени Господа – это сознание Кришны. Или желание служить Господу с любовью и преданностью, которая пробуждается в нашем сердце. Анушандика Бхавана Мера Мукти Папа Наша Тахара Дри Тамта Ячхе Сурья Пракаш. По словам Харидаса Такура, я сам я пропадал, да? Да. А на чем я остановился? На Харидаса Тхакуре. По словам Харидаса Такура, вот это, да, и освобождение, искупление грехов – это Да, лишь да. побочные результаты творения святого имени. Да. Если человек произносит святое имя чисто, без оскорбления, он начинает с любовью служить Верховной Личности Бога. В этой связи Харидас Такур привел стих, в котором святое имя по своему могуществу сравнивается с солнцем. Ам ах санхара тахилам сакрит, удая тева сакала авокасия. Таранир ива тимира джалат им, джаяти джаган мангалам харевер нама. Когда восходит солнце, ночная тьма, подобная бескрайнему океану, мгновенно рассеивается. И точно так же все грехи человека исчезают без следа, стоит ему лишь раз, без оскорблений, произнести святое имя Господа. Слава святому имени, несущему благо всему миру. Эй, Шлокирарт, Пакара, Пандитера, Гана, Садекахи, Тумикаха, Арт, Харидас Такур прочитал эту шлоку перед знатоками священных писаний, и они попросили его объяснить ее смысл. Харидаса Кахина. Яичхе Сурьера Удая, Удаяна Хаете Рамхе Тамира Хаякшаям. Харидас Такур сказал, что как только солнце начинает восходить, начинает тьма рассеивается, хотя солнечных лучей еще не видно. Чаура Притара Кшасадира Пхая Хая Наша. Удая Хаива Дхарма Карма Ади Паракаша. Само солнце еще не поднялось над горизонтом, но свет зари уже прогоняет все ночные страхи. Мы уже не боимся воров, призраков или ракшас. А когда солнце появляется на небосклоне, мы приступаем к своим обязанностям. Айчхе Намо Удая Рамхе Папа Ади Ади Ракшая. Удая Каива, Кришна, Паде, Хая, Примадая. Подобно этому, тот, кто повторяет святое имя, избавляется от всех последствий своих грехов, даже если он еще не достиг уровня чистого повторения. А достигнув этого уровня, такой человек обретает любовь к Кришне. Мукти Тучха Бхава Хая, Нама Пхаса Хаяте, и Мукти Бхакта Налая, Се Кришна Чахи Ите. Преданный отказывается от мукты освобождения, даже если его предлагает сам Кришна. Обрести мукти и избавиться от последствий своих грехов можно просто благодаря Намабхасе. Намабхас – это отблеск сияния святого имени, который появляется еще до того, как само сияние становится доступным нашему взору. Уровень Намабхасы является промежуточным между Намаппараттхой, уровнем, на котором человек произносит святое имя с оскорблением, и уровнем чистого повторения. Всего существует три уровня повторения святого имени Господа. На первом человек совершает оскорбление 10 видов. На следующем уровне, именуемом Намабхасе,
Оскорбления почти прекращаются, и тогда преданный постепенно достигает уровня чистого повторения. На этом уровне он повторяет мантру Хари Кришна без оскорблений, в нем сразу пробуждается любовь к Кришне. Так он достигает совершенства. Конец комментария Шрилы Прабхупады очень большого. თარგმანიდა კომენტარები. თარგმანი. ვინც სიმშილით შეწუხებული ან წაბორძიკებისას წაქცეული, თუნდაც ერთხელ ნებითუნებლიად გაიმეორებს უფლისწმინდა სახელს, უმალვე გათავისუფლდება თავისი წარსული მოქმედებების შედეგისგან. მატერიალურ საქმიანობათა ქსელში გაბმული კარმები ცდილობენ თავი დააღწიონ მას მისტიკური იოგასა და სხვა მეთოდების დახმარებით, მაგრამ მათი გზა ეკალბარდებით ამოფენილი. კომენტარები. მართალი არ არის, თითქოს ადამიანმა ერთგული მსახურების დაწყებამდე საკუთარი მატერიალური ქონება უნდა მიართვას ღმრთების უზენაეს პიროვნებას და ამით გათავისუფლება ჰპოვოს. ერთგული თავისთავად აღწევს გათავისუფლებას ყოველგვარი ზედმეტი მცდელობის გარეშე. ბალი მაჰარაჯას არ დაუბრუნებია მთელი თავისი მატერიალური ქონება უფლისადმი, გამოჩენილი სიუხვის გამო. ის ვინც უფლის ერთგულია ყოველგვარი მატერიალური ანგარებისა და ზრახობის გარეშე, უფლის კურთხევად მიიჩნევს ყოველგვარ შესაძლებლობას, მატერიალურსა თუ სულიერს, და ამის შედეგად უფლისადმი მის მსახურებას აღარასოდეს ექნება დაბრკოლებები. ფოქტი მატერიალური სიკეთე და მუქტი გათავისუფლება ერთგული მსახურების მხოლოდ თანმდევი შედეგია. ერთგულს არ ესაჭიროება დამატებითი ძალისხმევა მუქტის მისაღწევად. შრილა ბილვა მანგალა თაკურა ამბობს: მუქტი სვაიმ მუკულიტა ჯალი სევატე სმან. უფლისწმინდა ერთგული არის სწრაფვის მუქტისკენ, რადგან მუქტი ისედაც მუდამ მზადა ემსახუროს მას. ამასთან დაკავშირებით ჰარიდასა თაკურა ლექსებში ჩაიტანია ჩარიტამრიტადან. პანტია 3.377.88 საუბრობს თუ რას აღწევს ის, ვინც უფლისწმინდა სახელს გალობით იმეორებს. ერთნი ამბობენ, რომ უფლისწმინდა სახელის გალობა ცოდვათა შედეგებისგან თავისუფლებს პიროვნებას. სხვათა მოსაზრებით კი უფლისწმინდა სახელის გამეორებას მოაქვს გათავისუფლება მატერიალური ტყვეობისგან. მაგრამ ჰარიდასა თაკურა ამბობს, რომ უფლისწმინდა სახელის გამეორების სასურველი შედეგი სრულიადაც არ არის მატერიალური ტყვეობიდან ან სოდვათა შედეგებისგან გათავისუფლება. უფლისწმინდა სახელის გალობის ჭეშმარიტი შედეგი ისაა, რომ პიროვნებას საკუთარ გულში აღვიძებს კრიშნას ცნობიერებას, ანუ უფლისადმი სასიყვარულო, ერთგული მსახურების სურვილს. ჰარიდასა თაკურა ამბობს, რომ გათავისუფლება და ცოდვათა გამოსყიდვა მხოლოდ უფლისწმინდა სახელის გალობას მოსდევს. უფლისწმინდა სახელის სუფთა, რომ რაიმე შეურაცხყოფის გარეშე გალობის შედეგად პიროვნება ღმრთების უზენაესი პიროვნების ერთგულ სასიყვარულო მსახურებას, მსახურების საფეხურს აღწევს. ამასთან დაკავშირებით ჰარიდასა თაკურამ დაიმოწმა ლექსი, სადაც მზესთან არის შედარებული წმინდა სახელის ძალმოსილება. მან ლექსი ვედების მცოდნეს სწავლულთა წინაშე წარადგინა, მაგრამ მათ ლექსის შინაარსის განმარტება სთხოვეს მას. ჰარიდასა თაკურამ თქვა, რომ მზე ამოსვლას იწყებს თუ არა, ღამის წყვდიადი უკვე იფანტება, თუმცა მზის სხივები ჯერ კიდევ არ გამოჩენილა. ჰორიზონტზე მზის ამოსვლამდე განთიადის შუქი უკვე განაქარვებს ყოველგვარ ღამეულ შიშს. ქურდების მოჩვენებებისა და რაკშისების წინაშე ჩვენს ძრწოლას, ხოლო ცის კაბადონზე მზე გამოჩნდება თუ არა, ადამიანი იწყებს თავისი მოვალეობების შესრულებას. სწორედ ასევე ადამიანი, რომელიც იმეორებს უფლისწმინდა სახეს, მაგრამ სუფთად ვერ გამოთქვამს მას, იგი მაინც თავისუფლდება ყველა თავისი ცოდვისგან, ხოლო როცა მიაღწევს სრულ ყოფილებას წმინდა სახელთა გალობაში, იგი იძენს კრიშნასადმი სიყვარულის გრძნობას. ერთგული არასოდეს ღებულობს მუქტის გათავისუფლებას, თუნდაც კრიშნასგან იყოს იგი შეთავაზებული. მუქტის, ანუ ყოველგვარ ცოდვათა მიტევებას იგი მიაღწევს უბრალოდ ნამაფასას წყალობით. ნამაფასა არის წმინდა სახელის ნათების ანარეკლი, რაც მანამდე ჩნდება, ვიდრე მისი სრული სინათლე ჩვენთვის საჩინო გახდება. ნამაფასა ეს არის დონე, რაც ნამა აპარათას უფლის წმინდა სახელის შეურაცხყოფებით გალობას და სუფთა გალობას შორის ძევს. არსებობს უფლის წმინდა სახელის გალობის სამი საფეხური. პირველ საფეხურზე გალობის დროს პიროვნებას 10 სახის შეურაცხყოფის ჩადენა უხდება. მეორე საფეხურზე ნამაფასა დონეზე შეურაცხყოფები თითქმის წყდება და პიროვნება წმინდა გალობის საფეხურს უახლოვდება. მესამე საფეხურზე, როცა პიროვნება ჰარე კრიშნა მანტრას შეურაცხყოფების გარეშე იმეორებს, მასში უმალ აღიძვრის სიყვარული კრიშნასადმი. ასე აღწევს იგი სრულ ქმნას. კომენტარების დასასრულს.
ומגיע נתינרנדסיה Вандехам Шри Гурум Шри Тапада Камалам Шри Гурум Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатам Витам Там Саджривам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхавитамшча Те Кришна Каруна Сингхо Динабандхо Джагатпате Гопиша, Гопика Канта, Рада Канта, Намостуте. Тапта Канчана, Гауранге, Раде, Вриндаванешваре, Вришабану, Суте Деви, Пранамами, Хари Прие. Панча Калпа Тарубьяшча, Крипа Синду, Бьевача, Пачитана, Баване, Био, Вайшнаве, Био, Намо, Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Кришна Бутале Шри Мавате Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Паштетаде, Шатарине. Так, Хари Кришна, еще раз перевод стиха. Если человек, споткнувшись, упав или ослабев от голода хотя бы раз, будь то намеренно или случайно, произнесет святое имя Господа, он сразу избавится от всех последствий своих прошлых поступков. Кармий, запутавшийся в сетях мирских дел, пытается вырваться из них с помощью мистической йоги или других методов, однако их путь усыпан терниями. Парк Маникей до Вертхел. Винс Шимшели Часухабулианс, Аборзик Абисас Цакцаули, Тундац Эртхел, Эртхел, Небит Тунеблиет Гайме Орепс, Уплист Винде Сахелс, Умалве Гатавис Уплде Батависиц Арсули Мокмеда Бабис Шеде Гебискан. Материал Урсак Мьяну Батаксел Шигав Мулик Арме Бит Стило Бен Тави Дахзиан Мас Мистикури Йога Седа Суамито Дебис Тахмаре Бит. Маграм Матик Зайк Албарде Бит Амо Пенили. Да, удивительный момент в этой главе, что Шпада Гасвами рассказывает о строении Вселенной и доходя до описания низших планетных систем и планеты Сутава, он, конечно же, не мог не вспомнить Бали Махараджа и величия преданности. И начинается все с прославления святого имени. Заинтересован, რომ შუკატება გოსვამი ხსნის აქ სამყაროს აგებულებას და როდესაც ის მიდის უკვე ჯოჯოხეთური პლანეტების აღწერამდე ისევე რა აგრძელებს აღწერას თუ არ გაიხსენებს ბალი მაჰარაჯას და უგლის ერთგულებას. И я вот когда прочитал этот стих, я понял тоже, что это не напоминание, поэтому то, что я сегодня что-то буду говорить, это прежде всего себе я буду говорить, а напоминать. А, вначале звук что-то не слышно было. Можете повторить? А, плохо слышно было? Да. Сейчас нормально. Сейчас нормально? Да. Ага. Я просто сейчас в Беларуси, здесь на мобильном интернете, поэтому здесь иногда связь не очень, да, может быть. Ну, по крайней мере, я вчера проводил. Хорошо. То есть я, когда этот стих прочитал, понял, что это тоже и мне напоминает Кришна о том, как надо относиться святому имени, поэтому если сегодня что-то буду говорить, это прежде всего я и к себе адресую. Амлексма გამახსენა პირველ რიგში მე როგორ უნდა რა დამოკიდებულება უნდა მქონდეს წმინდა სახელის მიმართ, ამიტომაც რასაც დღეს ვისაუბრებ პირველ რიგში შენს თავს ვეთყვი ამ ყველაფერს.
Вот, и в этом стихе вот Шукадева Госвами говорит, что даже один раз хотя бы, если он произнесет святое имя Господа, человек может сразу избавиться от всех последствий их поступков. Правда, Прабхупада в конце говорит один раз чисто произнести святое имя. აქ შუკადევა გოსვამი ამბობს, რომ ერთხელაც რომ წარმოთქვას ადამიანმა წმინდა სახელი, ეს დაეხმარება მთელი ცოდვებისგან გათავისუფლებაში, თუმცა შილა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ერთხელაც ოღონდ წმინდაც თუ წარმოთქვამს, ეს დაეხმარება. Вот, ну, потом в комментарии он разъясняет чуть-чуть, ну, упоминает три уровня повторения, намапаратха, намабхас и шудханам. შემდეგ კომენტარებში ხსნის სამი გამეორების დონეს, ნამა აპარათას, შუდჰან ნამას და ნამა ფასას. Вот, и акцент Прабхупада делает в комментарии, цитируя тоже из Чайтанья Чаритамриты, стихи, что вот это освобождение от грехов, от прошлых поступков, и какие-то еще блага, это всего лишь, ну, тень святого имени может дать нам абхаз. Да, შემდეგ ხსნის, რომ გათავისუფლება, გათავისუფლებას მოცემას შეუძლია მხოლოდ წმინდა სახელის ჩრდილსაც კი, ანუ ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, მეურადი შედეგებია მაჰამანტრის გამეორების. Вот, то есть это, как он там пишет, побочные продукты преданного служения. Побочные продукты рукорарис. Вот, бхукти и мукти, вот эти материальные блага и освобождения, побочные продукты этого преданного служения. Ану, эс мукти да пукти арис полот гвердити моуленеби ерткули мсахуребис. Вот, и, к сожалению, вот у нас при нашем повторении мы не ощущаем, да, результат. Здесь Прабхупада пишет, цитируя, опять же, Харидаса Тхакуру, что истинный результат, настоящий повторение святого имени, это желание служить Кришне с любовью и преданностью. Да, ჩვენ რა სამწუხაროდ ვეუგზნოთ ამის რეალურ შედეგს. შილა პრაბჰუპადა წერს, რომ ნამდვილი შედეგი მაჰამანტრის გამეორების არის მისი მსახურების სურვილი სიყვარულითა და ერთგულებით. Вот и мы уже множество раз слышали о том, что надо избегать оскорблений при повторении святого имени, 10 оскорблений. შეიძლება ბევრჯერ გსმენია, რომ უნდა გავექცეთ შეურაცხყოფებს წმინდა სახელების გამეორებისას, 10 შეურაცხყოფა, რომელსაც უნდა მოვერიდოთ. Вот, включая невнимательность, это корень всех оскорблений, и это наша, как сказать, ключевая проблема преданных при повторении святого имени. მათ შორის უყურადღებობა, უყურადღებობა არის ყოველი შავრაცხვის ფესვი და ეს არის ზუსტად მთავარი პრობლემა ერთგულების საწმინდა სახელების გამეორების პროცესში. Просто невнимательность, что это такое? Это когда, повторяя святое имя, мы думаем, ну, ум наш витает где-то в наших делах, в наших каких-то планах на сегодня, там, на завтра, или вспоминает о прошлом. Вот, то есть мы не можем сосредоточить его на звуках святого имени. Вот эта невнимательность – это корень всех остальных оскорблений. ყურადღებობა ნიშნავს ზუსტად, როდესაც ჩვენი ჯგუა წმინდა სახელების გამეორებისას დაფრინავს სხვადასხვა ჩვენს გეგმებზე, საქმეებზე, დღის განმავლობაში ან ხვალინდელ საქმეებზე და ზუსტად ამაში გამოვლინდება ჩვენი უყურადღებობა, როდესაც სხვა რამებზე ვფიქრობთ ჩაფის გამეორებისას. Вот. И такое повторение, оно, конечно же, ну, как Бхактивинода Тхакур пишет, что в принципе может занять очень много-много
жизней. А вот. И дает она эффект за счет просто того, что иногда вдруг случайно просто мы, как бы наш ум где-то там замирает, и тогда святое имя у нас получается повторить без оскорбительного. Да, პაქტიონ თაკურამ მასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ასეთ მაგამ მიღებამ შეიძლება მრავალი მრავალი ცხოვრება მოანდომოს. ბრალოდ წესდა იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, აი იმ მომენტებში, როდესაც ადამიანის გამეორების პროცესში ჭკუა გაჩერდება გარკვეული წამით და ამ დროს მოახერხებს ერთ წმინდა სახელის გამეორებას მაინც შეურაცხყოფების გარეშე. Вот, и ну, для нас, конечно, нам как преданным лучше, конечно, прилагать усилия, вот, для того, чтобы стараться повторять внимательно. И это то, что называется шрадханамабхас. То, что Бхактивинода Тхакур называет для преданного, это шрадханамабхас, то есть повторять с верой. ჩვენთვის როგორც ერთგულებმა ალბათ უკეთესი იქნება თუ ძალისხმევას გავწევთ ყურადღებით გამეორებისთვის, რათა ყურადღებით გამეოროთ წმინდა სახელი ვეცადოთ და ეს იქნება როგორც ფაქტიურად დაკურა ამბობს შრადჰანამაფასი, ანუ წმენით გამეორება, როდესაც ძალისხმევას ვწევთ. Вот, и шрадханамабхас — это не чуть-чуть другая вещь, чем намабхас, о котором, допустим, в преддверии шестой песни здесь говорит Шипадева Госвами, и сама шестая песня следующая — это история Джамилы, где как раз благодаря намабхасу он избегал ямадутов, наказания ямадутов, ямараджа. შრადჰანამაფასი ცოტა სხვაგვარია ვიდრე ჩვეულებრივი ნამაფასი, რომელიც აქ არის აღწერილი მეექვსე სიმღერის დაწყებამდე. მეექვსე სიმღერა ზუსტად იქნება აჯამილას ისტორია აღწერილი, რომელიც ზუსტად შრადჰანამაფასის წყალობით იხსნა. Вот, то есть намабхас, который произнес Аджамила, ну, для нас, для преданных, он как бы в нашей жизни, он сейчас, как это выразиться, ну, не актуален, что ли, или не грозит он нам, потому что Аджамила, он не знал вообще, что он зовет Господа. Вот, но мы, когда повторяем святое имя, мы хотя бы где-то там, на заднем фоне, мы понимаем, что вообще-то мы повторяем святое имя Господа. И если мы делаем это невнимательно, то это оскорбление. Что не грозит нам Шрадханамапаса или вначале что сказали, не понял. Не грозит нам вот этот намабхас, который произнес Аджамила. Намапаса аргум крыба румелит аджамилам цармутква, радган сулия дар пикрубда рас сахел сидзахта ман убрал цармутква уплис сахели, маграм чуен гаркоул цилат гуэс мис рас умеуреб, ту вис мимарт умеуреб, амитомас эс аргум крыба. Вот. И, ну, в принципе, даже по его истории можно увидеть, что да, намабхас как бы избавляет от грехов, его избавили, но потом ему пришлось уйти в Харидвар и там погрузиться, ну, уже в сознательное повторение, чтобы обрести, вернуться в духовный мир. Но На Вайкунху. и намапаса ашорებს სოდვას შეგვიძლია მის მაგალითს ვნახოთ, რომ მას ის აღარ წაიყვანეს ჯოჯოხეთში რა სოდები მოსწოდა, მაგრამ შემდეგ მას მოუწია წასვლა ჰარიდვარში და გამეორება უკვე ყურადღებით წმინდა სახელების. Вот, а для нас шрадханамабхас означает, что мы должны повторять святое имя с верой в то, что, занимаясь этим, ну, определяет шрадху, кришнадасское расчитание чинитамити, что твердая вера в то, что просто занимаясь бхакти, я обрету все, что нужно. შრადჰანამაფასა ჩვენთვის ნიშნავს ზუსტად იმ რწმენას, რომ უბრალოდ ფაქტის დაკავების მე დაკავებით მე მოვიპოვებ ყველაფერს, რაც მჭირდება.
Вот. Что, ну, у нас хотя бы теоретически не должно быть, ну, как это сказать, какой-то ну, это дополнительные, в принципе, условия, о которых тоже говорит Рупа Госвами в «Нектаре наставлений», в 7 стихе, описывая нашу проблему, кстати. Почему святое имя, которое сладкое, как леденец, оно кажется нам горьким? Არის დამატებითი პრინციპები, რასაც აღწერს რუპა გოსვამი იმის თუ რატომ გვეჩვენება ესეთი ტკბილი წმინდა სახელი წარით. Вот, мы чувствуем, и в другом произведении он говорит, я хотел бы иметь миллионы языков, чтобы его повторять, и миллионы ушей, чтобы его слышать. შემდეგ სხვა ნაწარმოებში ამბობს, რომ მინდა მქონდეს მილიონობით ენა, რათა ის წმინდა სახელი გავიმეორო და მილიონობით ყურები, რათა ის მოვისმინო. Вот, и вот этот стих в «Нектаре наставления» тоже прославление святого имени Кришны, деяния Господа трансцендентные леденцы. არის ერთი ლექსი სწავლების ნექტარში წმინდა სახელზე. Когда вы прочитали стих, у меня зависало. Не понял. Можете еще раз прочитать? Святое имя, игры Господа, его деяния, они трансцендентные, сладкие, как леденцы. Წმინდა სახელი, უფლის გართობები და მოქმედებები ტკბილია, როგორც შაქარყინული. Вот, ну, так как мы больны невежеством, и он сравнивает это желтухой, поэтому сладкие вещи нам кажутся горькими, и нам рассказы о Кришне нас не привлекают. И святое имя для нас это как, ну, какой-то труд такой, из чувства долга. მაგრამ იმის გამო, რომ უგუნურებით Хотя бы. ვართ დაავადებულნი, ჩვენ არ გვზიდავს ეს ყველაფერი მას, ამას ეს ის სიყვითლეს ეძახის, ჩვენ ვერ ვიგებთ მის ტკბილ გემოს. Вот. Но, несмотря на это, как говорит Рупа Госвами, пишет Шрила Прабхупада, если мы будем продолжать повторять и слушать, то постепенно, постепенно этот сладкий вкус начнет приходить. მაგრამ როგორც ის წერს, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ გამეორებას ყურადღებით და მოსმენას, ნელ-ნელა ეს სათქმელი გამოუმოვა ჩვენთან. Вот, и вот эта желтуха или болезнь невежества, это в нашей крови, вот в этой, в нашем сознании, скажем так, это очень глубокая вещь. А на самом деле это яд зависти, вот, и яд мацарии. ეს სიყვითლე უგუნურების დაავადება სინამდვილეში ჩვენში ძალიან ღრმად არის. ეს არის შხამი შურის მაცარიას. Вот, и именно зависть мешает нам почувствовать сладость святого имени, сладость рассказов о Кришне, потому что мы в этом мире основой как бы всего, и как ачарьи говорят, зависть это вообще сплав всех шести этих врагов наших. Там все есть вместе в этой зависти. Радган, ну, И зустата. гнев, гнев, и жадность, и вожделение, и гордость, все вместе. Радган, зустата, айс сихарбе арис имис мизази, რომ ჩვენ ვერ გვზნობთ ღმერთის წმინდა სახელების და მისი შესახებ მოთხრობების მოსმენის.
მივ გემოს და როგორც აჩარიები ხსნიან ზუსტად შურში შური მაცარი არის ყველა დანარჩენი თვისებების შენაერთი, მასში ავნება, მრისხანება, ილუზია და ასე შემდეგ. მასში შედის. Вот, и это так или иначе зависть, она в нас очень глубоко сидит, и это мешает нам это еще раз почувствовать. Но если все равно продолжать это делать, но с определенными условиями, которые озвучивает Рупа Госвами в этом стихе, допустим, про условия, как повторять все это время, продолжать повторять. Тогда болезнь постепенно будет уходить, зависть будет уходить. მაგრამ თუ ჩვენ გავაგრძელებთ წმინდა სახელების გამეორებას, ოღონდ იმ პრინციპების შესრულებით, რასაც აქ როპა გოსვამი ხსნის, თანდათანობით შური წავა ეს დაავადება წავა ჩვენგან დაგვტოვებს. Вот, и он там три употребляет условия. Это то, что постоянно надо повторять вот анудином изо дня в день, каждый день. ეს მას მოყვს პირობა, რომ ყოველდღე უნდა მუდმივად უნდა ვიმეოროთ ყოველდღე. Вот и адорат внимательно второе условие, да. და მეორე პირობა არის ყურადღებით, ადარად. И вот этот дара, и третье это постепенность этого процесса, то, что постепенно надо продолжать и, как сказать, продолжительность, то есть долгое время должно быть. Как это вот сейчас? Прошу прощения, сейчас я сосредоточусь немножко. Я тут просто заболел чуть-чуть. Сейчас, дайте мне секунду. Вот, то есть вот, не прерываться, вот следовать этому процессу без перерывов. Вот, следовать очень долго и следовать с адорацией, с вниманием, с уважением. მესამე არის თანმიმდევრულობა. თანმიმდევრულობა ნიშნავს, რომ დიდხანს უნდა მივყვეთ ამას და პატივისცემით. Вот. И это настроение очень важно для того, чтобы избегать оскорбительного повторения. Настроение играет ключевую роль. და ეს განცდა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ შეურაცხყოფების გარეშე გავიმეოროთ. განცდა მთავარ როლს ასრულებს. Это настроение, в принципе, описано Господом Читаний в третьем стихе Шакшаштаки, который мы все знаем. Вот наизусть наверняка, но вот его нужно не забывать практиковать во время повторения святого имени. Да, ზუსტად ეს არის ჩაიტანია განწყობას ხსნის შიქშარტაკას მესამე ლექსში. ალბათ ყველამ მიცეთ ეს ზეპირად, თუმცა ჩვენ ამ უნდა გვავისყდეს ამის პრაქტიკა წმინდა სახელების გამეორების დროს. И третий стих Шикшастаки, он тоже объясняет это настроение, внимание, почтительность, смирение, терпение. ზუსტად მესამე ლექსი ზუსტად ხსნის ამ ყურადღებას, პატივისცემას, მოთმინებას. Вот, и ну, это определенный, да, уровень нишки, как говорят ачари, и так или иначе мы должны ну, сознательно прилагать усилия. Понятно, что все равно все как бы эти какие-то успехи
на пути в акте, они все равно приходят по власти Кришны, но усилия никто не отменял. Так что они так аус, я взял с моего рома, выца тута ям, дгомарю башигаме, урибас, радкомда, тависит, шедегаби могдис свалубит, сутка трагарковы, шедегаби фактис практики, с меграм, взял с моего, аравис уарбоя, взял с моего искацею. И интересно, что в этом стихе три надо писать начинал, второй надо писать Кришнанама, Манадена, Киртания, Садахари. И слово Киртания переводят как этот, можно повторять святое имя постоянно, но там есть тонкости, которые Гуру Махарадж объяснил. А что киртания там, ну, в санскрите там дословно вот этот термин означает то, что достойно прославления. То есть святое имя для такого человека, достигшего вот этого уровня третьего стиха, становится достойным прославлением, понимая, что больше ничего не нужно прославлять, только Так и Господь достоин прославления. Киртаниям декши рогорц ითარგმნება არის მუდმივი გამეორება, მაგრამ გურუ მაჰარაჯი ხსნის ასევე მის მნიშვნელობას, კირტანიას ასევე სხვა მნიშვნელობას ამ სიტყვის და ეს ნიშნავს, რომ შენ გიჩნდება განდიდების სურვილი, შენ გიჩნდება ის გრძნობა, რომ წმინდა სახელი ნამდვილად განდიდების ღირსია, როდესაც შენ ასეთ მდგომარეობაში იმეორებ. Вот, и это ну, так или иначе, вот эта борьба всегда наша в нашем сознании между нашей привычкой быть невнимательным, оскорбительным, это по сути, когда я в центре все равно, то есть эгоцентричность остается, то есть я повторяю это имя, я там что-то делаю. Вот, я великий повторитель святого имени. Это тоже интересное определение десятого оскорбления святого имени. Да, საინტერესო მდგომარეობაა ეს, როდესაც ვიმეორებთ მაგალითად Вот ვინც это ლის как. головы, что было в начале. Ну, это то есть. Я говорил о том, что вот эти все две, ну, как у нас всегда борьба будет между тем, чтобы попытаться быть, ставить в центр, Господа во время повторения Святое Имя и, привычка ставить себя в центр. ზუსტატეს ბრძოლა ამ ორი მომენტის, როდესაც ჩვენ მაგალითად გვინდა ყურადღებით გამეორებთ, მაგრამ მეორეს ყურადღებით ვიმეორებთ, ეს არის ზუსტად ეგოცენტრიზმიდან გამომდინარე, მაინც გვინდა რომ ჩვენი თავი იყოს ცენტრში და ჩვენი თავი დავაყენოთ ცენტრში. Вот, это одно из определений десятого оскорбления святого имени Ахам Мамади Парамон, когда я продолжаю считать, что я в центре, мои интересы, планы, достижения, даже планы в сознании Кришны, в служении Кришны, они вот как бы для меня важнее, чем сам Кришна. ერთ-ერთი განმარტება მე ათეშ ურაცხყოფის წმინდა სახელის არის ზუსტად ეს, რომ მაინც ვაგრძელებთ იმას, რომ მე ვარ ცენტრში, ჩემი გეგმები, ჩემი მიღწევები, თუნდაც კრიშნას ცნობიერებაში, ჩემი გეგმები და ჩემი მიღწევები, ჩემი მსახურებები არის ცენტრში და ასე ვაგრძელებ ფიქრს. Вот, то есть это даже мысли о во время повторения святого имени, даже мысли о каких-то там планах, проектах там в преданном служении своем, это то тоже все равно невнимательное повторение. Да, წმინდა სახელების გამეორებისას ეს ფიქრებიც კი ჩვენს გეგმებზე, პროექტებზე, კრიშნას ცნობიერებაში, ესეც უყურადღებო გამეორება. Ну, в общем,
Об этом, да, как сказать, еще много можно говорить, например, вспомнить можно тоже еще и йога-сутр Патанджали Муни, он тоже говорит, что любая садхана или практика приведет цели, если будет иметь три составляющие. Ама сейчас сара бевриз саупари шагузели я мага эти шагузели гаухсанат патанджали сиуга сутра бисадат и сам бобсром адамьяни мизан смеяхсус йога мизан смеяхсус шунда асулебдес сам рагацас. Да, он тоже говорит, что Сарантария и Садхара, три критерия практики, это Диргакала тоже, она должна длиться долго, вот, потом должна быть регулярной, непрерывной, вот, и должна совершаться с почтением Садхара. Да, и сам обстоятельно сюда и кос хангрцливый, регулярный, да, он да срулте будет с То есть я должен каждый раз, когда, ну, беру четки, я должен себе напоминать о том, что это я делаю, зачем я это делаю. То есть сознательно подходить к процессу, вот, понимать, Ну, что нам давать до трем процесс креалов с нашу репт, гаснобиере будет вымел репт там, гаснобиере будет потом десять раз вакете, бристу вакете. То есть, когда мы поймем, что это самое важное в жизни, вот, тогда у нас не будет проблем с невнимательным повторением. Когда мы поймем, что, ну, в жизни больше ничего нет. Все остальное, в момент смерти, все остальное не будет иметь никакой ценности, кроме святого имени. როდესაც ჩვენ ვიხვდებით, რომ ეს არის ყველაზე მთავარი ცხოვრებაში, რადგან სიკვდილის მომენტში ყველაფერი სხვა ფასეულობას დაკარგავს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იქნება, წმინდა სახელის გარდა არაფერი არ არსებობს. Вот. Вот эта сознательность или осознанность, напоминание себе каждый раз, это как настройка определенная, да, на джапу, она важна для преданного, тоже как садхана можно какие-то стихи читать перед тем, как джапу повторять, или в перерывах между кругами какой-то стих вспоминать. И Шримад Бхагавата, то есть чтение Чарита. Ეს გაცნობიერება ბოლობა ძალიან მნიშვნელოვანი ერთგულისთვის. ამისთვის მან შეიძლება გარკვეული ლექსები გაიმეოროს შრიმად ბაგავატამიდან, ჩაიტანია ჩარიტამრიტადან, წმინდა სახელის გამეორებამდე ან შუბაში გამეორებისას. И вот это интересный момент, я вспомнил, как Шрила Прабхупада ответил на вопрос одного, не помню, журналиста, или кто это был, что вы чувствуете от повторения святого имени, он его спросил. Интересный момент, я шла право падам Турогорга, у вас шла право падам это журналист Родосат Смахитха, раскрыть труца Смида Сахат Симеорабти. Вот, и Шрила Прабхупада ответил очень интересно, нестандартно. Он сказал: «Я чувствую полное бесстрашие». Ман ძალიან საინტერესო და არასტანდარტულად უპასუხა მან თქვა მეუბრძნობს უშიშრობას. Вот, и для нас, как для садок, это может служить определенным критерием того, что мы, ну, по крайней мере, стараемся повторять безоскорбительно. Фронтес როგორც ადიკებისთვის ეს გარკვეული კრიტერიუმი შეიძლება იყოს იმის თუ ცდილობთ რომ გავიმეოროთ შეურაცხყოფის გარეშე. Вот, потому что, ну, мы можем думать, где там сладость, вот вкус, я хочу почувствовать, там какой-то экстаз должен прийти, вот это, ну, это не наша цель.
Хотя бы для начала, ну, то есть это не наши критерии для на нашего уровня, лучше отслеживать, насколько я избавился от страха, беспокойства. Ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რატომ აგრძნობთ გემოს სიყვარულს და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენთვის კრიტერიუმი შეიძლება იყოს რამდენად გავთავისუფლდით ჯიშისგან ჩვენ ფონისთვის. Ну, то есть, переживаю ли я там о каких-то своих делах, о работе, о деньгах, там, о теле, сильно, ну, как бы беспокоюсь ли там сильно. ძალიან თუ მაღლობს ჩემი სამსახურის სხეული, ანუ ისინი ამის და კარგვის და ასე შემდეგ, ეს არის კრიტერიუმი. Нам может казаться, что в принципе страх уже ушел, но он глубок. Такая, не такая, как сказать, поверхностная вещь. Შეიძლება მოგვიჩვენოს, რომ შიში უკვე წავიდა, მაგრამ შიში არ არის ესეთი ზედაპირული რამ. Почему-то сегодня именно ночью странный сон мне снился. Очень я не буду как бы его этот подробно рассказывать, но в принципе он почему-то во сне страх я испытывал, потому что какой-то сон действительно был странный. ძალიან უცნაური სიზმარი უნდა ხე დეტალებში არ მოყვები, მაგრამ შიშისგანაც დამკვიდა ამ სიზმარი, რადგან სიზმარი რამდენად უცნაური იყო. Вот я проснулся и подумал, надо же, все равно страхи есть. Хотя во сне я, в принципе, ну, как бы вспоминал эту ситуацию, что, ну, да, Кришна же есть, чего бояться. Но внутри все равно вот это чувство разжимания сердца. Хотя, ну, вот преданный должен твердо верить в защиту Кришны, должен быть бесстрашным. როცა გავუგზავნე ვიფიქრე, გამიკვირდა, ანუ შეშე კიდევ არის იმის მიუხედავად, რომ სიზმარში ვფიქრობდი, ვასნობიერობდი კრიშნა ხომ ჩემთან არის და ასე შემდეგ, მაინც გულში მქონდა შიში, თუმცა ერთხელ უნდა ჰქონდეს სული უშიშრობა, ერთხელ უშარი უნდა იყოს და უნდა ჰქონდეს კრიშნას იმედი. Да. И, в общем, нам надо прилагать усилия, то есть при повторении святого имени особенного, что, ну, это наша основная практика. Кирта нелегко, ну, более или менее, в принципе, легко очень погрузиться в воспевание. Киртан очень могущественный для того, чтобы за то, что задействует все чувства. Вот, но во время нашей индивидуальной практики сложнее очень владеть умом, но у нас другого пути нет. ჩვენ დავეცადოთ სწორად ყურადღებით გაცნობიერებულად გამეორებას ჩაპის კირტანში მარტივია, კირტანში უფრო მარტივად გადაწყდება მოსული რამ არის კირტანი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი რამ არის, როდესაც ჩაპას ვიმეორებთ, რადგან ეს ჩვენი, როდესაც მარტო ვაპრაქტიკებთ ამას და ვიმეორებთ ამასაც უნდა მიექცეს ყურადღება, სხვა გზა არ გვაქვს. То есть нам надо принимать святое имя как лекарство. Прабхупада там пишет в начале наставления, что есть диета для больных. Мы больны же желтухой, невежество. Надо понять, что мы больны. Нет. У нас есть диета и лекарство, которое мы должны принимать. წმინდა სახელი უნდა მივიღოთ წამალივით, ჩვენ ხომ დაავადებული ვართ სიყვითლით და ჩვენ გარკვეული დიეტა გვაქვს და დიეტასავით ეს წამალივით უნდა მივიღოთ წმინდა სახელი. Вот. И лекарства святого имени надо принимать с почтением. Даже, кстати, в Аюрведе написано, что чтобы лекарство подействовало на болезнь, надо вспомнить как бы Ханвантари, это воплощение Господа, который принес Аюрведу, вот, вспомнить о враче. Вот, и тогда как бы лекарство лучше подействует, поэтому нам также надо и святое имя принимать. Айурведაშიც კი წერია, როდესაც ტამასზედა უნდა გაიხსენოთ ჰანუმანტარი, ვინც ეს ცოდნა აიურვედა მოიტანა დედამიწაზე, უფლის ეს გამოვლინება და მაშინ იმუშავებს, პატივისცემით მიიღო და მაშინ იმუშავებს ეს წამალი.
Вот, и вкус идет, но он будет заключаться не в том, как я уже говорил, потому там какой-то будем испытывать не этот экстаз там, ну, слезы там будут, или вдруг мы этого ожидаем. Но это может быть, но в принципе для нас надо понимать, что если у нас хотя бы будет желание не останавливаться, то есть у нас будет желание повторять Хари Кришна Махамантру снова и снова, что мы не будем нетерпеливо смотреть на часы и ждать, когда же я закончу мои 16 кругов. Вот это уже и есть вкус уже. Да, sem tak mu magam, hogy fennállom, hogy van Einstein, Einstein, Вот, и для джапы, для святого имени, конечно же, если мы осознаем, что это самое важное в нашей жизни, то мы должны выделять самое лучшее время вот для этого. Понятно, что могут быть какие-то форс-мажорные ситуации, там, в дороге, ну, куда-то там, или какие-то дела, но в обычной жизни мы должны выстроить свою жизнь так, чтобы все остальное было подчинено тому, чтобы максимально качественно повторять святое имя. Да, тут что-то есть нам даже мишналование, это мне сахали с камеры, бачу, то есть саук это содрос, что варчи, вот что мне сказали с камеры, блядь, редко он даже есть, дабы его спорс мажорули ситуации, биян, бац, сават, опвау, что люди сказали с маграм, маграм майнц, ту, что-то есть, полазе мишналование, мне стоит с камеру, опт, полазе сас, като дрос, рата, что он максимал урод харис, хренат камеры, это мне сахали. Ну, потому что, ну, исключения, как я повторюсь, могут быть из правил, но когда само исключение становится правилом, когда мы повторяем все время на ходу, где-то на бегу, когда мы наше расписание просто втискиваем святое имя, ну, как бы, у нас есть расписание, мы расписали все, у нас много его, пытаемся туда втиснуть еще, как бы нам успеть повторить 16 кругов. А кому наклеса бы шеизлеба игрос, маграм кому наклеса, арунда икцес цесат, магалитат, чуэн арунда су, кэсэ, домимё, арунда вимё урпэ су сирбил шиз, ярушан, ола су агагамэ бичаму цэрот, садме, чаутэно тэц мидэ сахэлис гамэ урэ батстар, малигат суа процесэс дрос, садме эстэ кусмэ тэцэрэ мэ увасрот. Вот. Это означает, что у нас на самом деле нет понимания, осознания, настоящей веры в то, что это единственное важное и ценное в нашей жизни. Ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის წმენა საკმარისი და არ გვაქვს იმის გაცნობიერება, რომ ჩვენ ცხოვრებაში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. Момент оставления тела. Больше ничего нам не поможет, кроме святого имени. Რომ წმინდა სახელის გარდა ჩვენ არაფერი დაგვეხმარებას. Вот. В принципе, можно, если может быть вопросы какие-то, можно еще много говорить по святому имени, по тому, как, ну, какие есть там нюансы, это много, да, всего, но, может быть, еще вопросы какие-то обсудить. წმინდა სახელზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, სხვადასხვა ნიუანსებზე, მაგრამ იქნებ შეკითხვები გაქვთ. იმ შეკითხვები შეგვიძლია განვიხილოთ. შეიძლება კითხვა, დადი. Можно вопрос? Да, Хорошо. конечно.
ი ისა ქართულად ვიტყვი. აი რაღაც მომენტებში ანუ ეხლაც ვფიქრობდი და რაღაც მომენტში ვთქვათ ან ტაძარში ან ისეთ წმინდა დღეს როგორც არის ვთქვათ ბალარამა პურნიმა ან მასშტაბი ესეთ დღეებში აი მიგძვნია რომ ჯაპა კითხვის დროს ეს სიტყვა რაც აქვს წმინდა სახელებს ეს მიგძვნია მაგრამ ყველა ასე რომ ვთქვათ ლექციაზე მსმენია რომ ჩვენ არ ვიცით ეს რა არის ეს სიტყვა და არ უნდა ჩავთვალოთ რომ ეს ნამდვილად ეს სიტყვა ვიგრძენით თუ ანუ როგორ უნდა ვიფიქროთ მაგ მომენტში იმიტომ რომ ეხლა ესეთი პიროვნება რო ამბობს რომ ჩვენ არ ვიცით ესე იგი უნდა დაუჯეროთ მაგას და თან მეორე პირადი გამოცდილებით რაღაც მომენტებში რაღაცა დონის სიტყვა მაინც გვიგრძნია აი ეს მომენტი მაინტერესებს Да, он говорит, что в каких-то моментах я, например, испытывал эту сладость, например, в праздниках, когда повторял, и ну, вы говорите, что мы этого не чувствуем, и как это мы должны понять? Ну, в каких-то моментах мы же все равно какую-то сладость чувствуем, и, ну, а значит ли это, что мы, то есть, ну, с другой стороны, вы говорите, что мы не чувствуем сладости, и как это понять? Как это понять? Как мы Да, должны спасибо, понимать? Мы должны понимать, что это вот нету на самом деле сладости ничего. Как? спасибо, да, я понял вопрос, спасибо большое. Понятно, что у нас какая-то милость есть святого имени, иначе мы его вообще не повторяли бы. Вот, но как бы вот эта сладость сладости рознь, вот, и если бы она была такая, какую описывает Рупа Госвами, то, ну и как он там описывает это, да бы мы повторяли святые имена, не останавливаясь круглые сутки, 24 часа в сутки, и во сне причем даже, или там спали бы там по 2-3 часа, там, я помню. То есть, правильно, как вот сказал преданных праздники, да, там просто определенная атмосфера, эмоции, может, там киртаны какие-то или еще что-то во время киртана пощутить, это когда все чувства задействованы. И это нормально, это, ну, нормально, так и должно быть. Вот, только, ну, как бы разница в том, что он еще не постоянный. То есть он не такой глубокий, не такой, как сказать, привлекательный, потому что ну, он прерывается. Это, а прерывается он чем? Прерывается тем, что потому что наше сознание все еще материалистично, и нам еще интересны другие вещи. ესე იგი პასუხი არის იმაში რომ კი რა თქმა უნდა რაღაც გემოსკვდნობთ რაიმე გამოსიმარ გუძნობდეთ საერთოდ არ გამიმეორებ გამიმეორებდეთ წმინდა სახეს მაგრამ რომ ეს ექსტაზი ეს გემო რომ მიგუძნოთ რასაც რუკა გოსვამი აღწერს მაშინ არასდროს შევწყვეტ თითქმის გამეორებას დღე და ღამე წმინდა სახელის გამეორებაში ვიქნებოდეთ ანუ გემოები განსხვავდება სხვადასხვა დონისა ასევე დღესასწაულებზე არის გარკვეული ესეთი სხვადასხვა რაღაცები მოქმედებს ის განსაკუთრებული ატმოსფეროა და შეიძლება ასეთ მომენტებში უფრო მეტად იგრძნობა ეს ნორმალურია რომ გრძნობთ ესეთ დროს წმინდა სახელის გემოს და ბოლოს რა თქვა კირტანის დროს ყველა გრძნობა ჩართულია კირტანის დროსაც ყველა გრძნობა ჩართულია და ასეთ მომენტებში ჩვენ გრძნობთ გემოს მაგრამ არის სხვადასხვა გამოები ან მაგრამ ეს არ არის ზუსტად მუდმივი ხომ ან ყოველთვის არ გვინდება თუ იმიტომ რომ გარკვეული მიჯაჭვულებები მაინც გვრჩება მატერიალური და მე თავსვანებებთ და იგივე საქმებით ვკავდებით მაგრამ როცა ძალიან ძლიერი გემო მოდის ეს უკვე მუდმივი ხდება და სულ გვინდა რომ კიდევ და კიდევ ვიმეოროთ მისი წმინდა სახელი გავიმეოროთ და მატერიალური მიჯაჭვულებები გშორდება ანუ
გრძნობთ, მაგრამ მუდმივი არ არის, ანუ რაღაც მომენტში გრძნობთ, მაგრამ სულ ეგრე არ არის. აი ეგ არის მთელი ის, რომ სულ უნდა იყოს ეს, იქამდე უნდა მივიდეთ, რომ სულ ესე იყოს, ხო? ეგეც არის და ასევე დონეები, ანუ სიღრმე არის ძალიან სხვადასხვაგვარი, ხო? ანუ ჩვენ შეიძლება რაღაც ვგრძნოთ კიდე უფრო ძლიერად, ვგრძნოთ რაღაც კიდე უფრო ძლიერი გასხმიერება მოვიდეს და ასე შემდეგ. შენ შეგითხე და თვითონ უპასუხე. არა, რაც უპასუხა იმის მხრივ ვთხარი. Да, ზუსტოს Да, вот он хочет уточнить, что вот, например, то есть различие в том, что мы это не постоянный вкус, да, не постоянно идет, то есть вкус есть, но не постоянно, вот в этом различии. Ну, я, то есть, как вы уже говорили, я просто да. ответил, что ну, еще есть и глубину, вы это упомянули, что вот, ну, есть и глубина, да, есть такой вкус, есть более высокий тогда. Глубины тоже отличается. Да. Да, он более сильный, более глубокий и постоянный. То есть, смотрите, преданные. Да, святое имя, конечно же, даже вот для начинающих оно очень бывает привлекательно. Вот, но, допустим, после 7 стиха, который вот говорит про то, что есть невежество, и мы ощущаем слабость, потом в следующем стихе там Рупа Госвами говорит, что надо все время повторять 24 часа в сутки Божественное имя Господа, воспевать Его там славу, облик, деяние, качество 24 часа в сутки, все время, занимая всю эту деятельность. Вот. У нас такого нет, это как раз ну, показатель того, что то есть это следствие настоящего вкуса, глубокого и постоянного. კი, ზუსტად განსხვავება არის იმაში, რომ მუდმივი არ არის, ასევე სიღრმეშიც განსხვავება, უფრო ძალიან ძლიერი გრძნობები არის, ძლიერი გემო. და ასევე რუპა გოსვამი აქ აღწერს, რომ ეს უნდა იყოს 24 საათი გამეორება და ეს არის გარკვეული კრიტერიუმი, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ 24 საათი სულ ამანტრის გამეორება არ გვინდა. Вот, то есть он там говорит, что надо вот занимать вот этой деятельностью свой этот язык и ум все время. И сам обсром овод сам сакмит туда и вот такая решение на тачкуа. Вот. То есть тут, ну, как бы ответ простой. Ну, у нас процесс такой, что, ну, там не так, что вот нет, 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 вкуса никакого нет, потом он пришел, и все, вот он такой есть, какой есть. Нет, это постепенное развитие всего, да, у нас какие-то крупицы мы получаем сладости от святого имени, от каких-то других анг преданного служения. Вот, но в итоге там мы-то должны же видеть, ну, то, что является прайоджаной, высшей целью жизни према бхакти, да, как она выглядит, как она, как себя преданные, которые достигли этого уровня, вот, как они живут. Ну, то есть мы должны видеть разницу. ანუ პასუხი მარტივია, ჩვენ ეს არ ნიშნავს, რომ მაგალითად თავიდან არანაირი გემო არ გვაქვს, მერეც რაღაც ვთქვათ მოხდა და უცბად უდესი გემო გაგუჩნდა. ეს თანმიმდევრული პროცესია და რა თქმა უნდა ცოტა გემოებს ვიღებთ. მაგრამ უნდა გვესმოდეს ასევე უმაღლესი მიზანი პრაიოჯანა რა არის, ანუ იქ როდესაც მივდივართ მოგვდის ეს გემოები, მაგრამ უმაღლესი მიზანი, ანუ ჩვენი მიზანიც უნდა გვესმოდეს, ანუ არის უმაღლესი მდგომარეობა და უმაღლესი გემო, ხო? Вот. Да, да, говори. Да, ეს უმაღლესი პირველი რო დაზუსტება ეს უმაღლესი მიზანი კრიშნა პრემა თუ სხვა რაღაც იგულისხმა და მეორე, ანუ ამის გაგრძელება კითხვა მინდოდა უბრალოდ გაგრძელება რა ესე რომ აი ვთქვათ რა დონეზე შეიძლება წმინდა სახელების გალობაში ადამიანი მივიდეს ანუ თავისი ძალისხმევით პრინციპში, ანუ მე ვგულისხმობ, რომ თავისი ძალისხმევით განა მარტო ცალკე აპრაქტიკოს სადღაც, არამედ ისე რა ძალიან დიდი დახმარების გარეშე ვთქვათ, გარედან და
და როგორ არის შესაძლებელი, რომ ეს 24 საათიანი განმეორებამდე მივიდეს ადამიანი? რაღაც ძალიან გრძელი სიცარა, უბრალოდ მოკლე დრო, მოკლე ფორმულასავით თუ არსებობს. Да, ну, первый вопрос, хочет уточнить, вы проведены, ну, имели в виду прямо любовь к Богу или что-то другое. И второй вопрос, заключается в том, что как человек своими усилиями, то есть своими усилиями не значит, что без какой-то помощи, ну, просто без особых какой-то внешней помощи, ну, он может достичь такого повторения 24 часа в сутки, чтобы он повторял, как говорится. Ну, кратко, если скажешь. Ага, я понял, понимаю. Ну, на первый вопрос, да, я имел в виду, конечно же, высшую цель, которую принес Господь Чайтанья, а иначе, как бы, зачем нам тогда, если мы ее не ставим, как Прабхупада говорил, если цель поставлена, она достижима. То есть, если мы в своем сознании как бы не актуализируем периодически эту цель, для чего я повторяю святое имя, то да. Я имел в виду, да, высшую цель, прему. Деха, первое, это возвращение хэбами, результаты према с римасу, мы смотрим, мы с ним отсекуару, сразу помочает они нам будет, а нас фаворат, а в рисую все практике, потому что он овочно бахсу, дес как бахсан дес фонда, мизан или арист, садит кен ми удивар, за рискан во практике, рискан ми удивар. Да, это первый, на первый вопрос. А на второй? Да, это вот этого уровня круглосуточного памятования о Кришне, вот, воспевания, оно, конечно же, не достигается нашими усилиями. Это даруется Господом и приходит через чистого преданного по его милости. მეორე კითხვა რაც შეეხება რა თქმა უნდა ჩვენი ძალისხმევით არ მოდის ეს კრიშნას წყალობით ხდება წმინდა საფელის წყალობით მოდის ეს 24 საათიანი გამეორება ასევე მისი ერთ კუდის წყალობით მისი წმინდა ერთ კუდის წყალობით. То есть, служа чистому преданному, идя по его стопам, вот, по его милости, мы можем обрести милость Кришны. Да, წმინდა ერთგულის მსახურებით, მისი წყალობით ჩვენ შეგვეძლება მოვიპოვოთ კრიშნას წყალობა. Поэтому наш путь даса, даса, ну даса, я слуга, слуги, слуги. Амитомат ჩვენი გზა დასა და სამ დასა მე ვარ მსახურის მსახურის მსახური. Мадлоба, Кауге, мадлоба. Спасибо, понял. Вот можно еще вопрос? Ну, по этому поводу. Да. Да, 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 вот, конечно. Да, понятно, вот этот критерий, да, как Рупа Госвами описывает то, что вы сказали, 24 часа в сутки, но, да, мы смотрим на Бабаджи, там они повторяют 24 часа в сутки, но потом потом Бхакти Сиддханта Сарасвати он говорит, что вот надо еще проповедоваться. И наши духовные учителя, например, они же не всегда 24 часа в сутки даже Прабхупада, да, не повторяли даже Бхакти Сиддханта Сарасвати тоже. Они там лекции читают, изучают Священное Писание, служат божествам и так далее. То есть, но если это критериум, это же вот не значит, что, например, они не имели высший вкус. Наверное, то есть можно иметь какой-то высший вкус, так, например, духовный учитель, я и они имеют этот вкус сильный, но они понимают, что если, например, надо еще проповедовать, там, изучать Священное Писание и так далее, другим помочь, и поэтому, то есть, ну, хотя бы это Я значит. понимаю. Я понимаю, да, На вопрос. грузинском тоже скажу. Давайте. Кетхуа мдгомариубда вимашрам твой 24 саатьяни гамеореба арис зустат критериум имис ром умаглеси гемо гвакс ан бабаджеби ки 24 саатьяни меореб днен маграм
პაქტიდან და სარასვატიმ შემდეგ თქვა, რომ ჩვენ უნდა ვიქადაგოთ ასევე, ან ხოლო წმინდა სახელი არ უნდა ვიმეოროთ. შრილა პრაბუპადაც არ იმეორებდა 24 საათი, ის ქადაგებდა სხვადასხვა მსახურებებს ასრულებდა და ჩვენ სულიერ იმოძღვრებას. მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ მაგალითად მათ გემო არ აქვთ, შეიძლება მათ ძალიან ძლიერი გემო აქვთ, მაგრამ არ იმეორებენ 24 საათი, რადგან ხვდებიან, რომ მაგალითად ქადაგება საჭირო, ლექციების კითხვა, წმინდა წერილების შესწავლა და ასე შემდეგ. ეს ამ კითხვა მაშინ მდგომარეობდა. Ага, спасибо. Конечно, вы правы. Тут просто надо понимать, что под его утверждением, ну, так, даже если взять третий стих Шишаш, так и киртания Садахари, вот, то киртания – это то, что достойно прославления имя Господа, Его слава и прославления, воспевание не ограничивается только прославлением. Да, то есть, потому что проповедь это тоже прославление, вот, слушание, вот, памятование о нем, ну вот мы знаем все эти 9 анг, шраванам, киртанам, виштусмаранам и так далее, 9 анг преданного служения, самых основных. Вот, просто понятно, что под термином «воспевать 24 часа в сутки» это означает не только повторять святое имя вот, на четках. Нет, это означает и проповедь, и также слушание какой-то Кришна-катхи. Вот, конечно, наши учителя, они проповедуют, слушают лекции тоже там других ачарья, вот, изучают священные писания. Это тоже все связано с проповедью. А, с прославлением Кришны. Вот, поэтому они... Тут важно сознание. Надо понимать, что внутри, в нашем сознании, у них, я имею в виду, у них сознание только вот все связано с Господом. Вот, они всегда о нем помнят и никогда не забывают. Самый главный принцип. Смартавьяхса Татам Вишну и Смартавьях надо учить. То есть всегда помните, никогда о нем не забывать, и тогда любая деятельность в течение 24 часов, она будет прославлением Кришны. Спасибо большое. Пасухи, о, Исрам, Киян, Мартали Хартрат, Кмаунда, მაგრამ ჩვენ შეგშეშ დაკას მესამე ლექსში კირტანიამ ვახსენეთ, რომ არის არა მხოლოდ წმინდა სახელის გამეორება, არამედ განდიდება, ის გაცნობიერება, თუ რამდენად დიადია წმინდა სახელის გამეორება, ან ღმერთის განდიდება, და მასში შედის ზუსტად მოსმენაც, სხვა სახის ერთგული მსახურება, სმარანა მხსოვნა კრიშნას შესახებ, როცა გვესმის მის დიადე, სულ კრიშნა გვახსოვს, ასევე ქადაგებაც მოსმენაც, და ეს ზუსტად კრიშნას ხსოვნა და ეს ყველაფერი გადაგებას ემსახურება, აჩარიების ნაშრომების შესწავლა, წმინდა წერილების შესწავლა და ასე შემდეგ. უბრალოდ ერთგულს ერთგული იცავს ამ ორ პრინციპს, მარტავიამ სატატამ ვიშნუ, ანუ ვის მარტავია ნაჯატურშით, ანუ ყოველთვის ახსოვს ვიშნუ, ანუ ღმერთი კრიშნა. ყონების მერ მომენტში ახსოვს ის, რასაც არ უნდა აკეთებდეს და ამაში არ იგულისხმება მხოლოდ წმინდა სახელის გამეორება. ყველა თავის მომენტებით ამ ცხრა სახის ერთგული მსახურებით ადიდებს კრიშნას. Спасибо, კრიშნა. А, спасибо. Спасибо всем. Если нет больше вопросов, тогда да, можно закончить. Гранта Рад Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Премананде. Кирит Хари Прабху Ки Джай. Хари Кришна. Хари Кришна, спасибо. Спасибо. Да, спасибо вам тоже, Хари Кришна.